Ух ты, замучился, слышь, ты бегаешь, ты бегаешь. Иди. Здравствуй, дорогой зритель. Здравствуй, уважаемый подписчик. Ты там что спрятался? А? Что там спрячешься? О, персонаж еще один. Вылазь. Кого тебе нужно? Рыбку нужно? Ага, сейчас тебе рыбку. Ох ты, рыбочник. Нету рыбы, нету. Ты же не заслужил. Прячется. Кто меня увидел первый раз, я на таком ресурсе, как YouTube, веду свой канал, называется Баженеты. Также у меня есть своя страница в Одноклассниках и ВКонтакте. Приглашаю всех, кто меня увидел, зайти ко мне на канал, посмотреть мой контент. Я снимаю не только о животных, но и о технике, и вообще о том, как моя семья живет в деревне. Заходите, милости прошу. Понравится — поставьте лайк, не понравится — поставьте дизлайк. А так просто полюбопытствуйте. Сейчас расскажу, в чем дело. Фу, успокойся. Такая ерунда. Вот черная корова. Кстати, я наверху сделаю ссылку, покажу, как она под конец сезона не хочет, не получается. В общем, корова гуляется. Бык всю ночь спать не давал, орал. Мы понять не можем, в чем дело. Ее, конечно, можно было уже давно покрыть. Фу, успокойся! Давно можно было, непорядок. Вот собака у меня сторож там гавкает, что непорядок. Начинает баламутить бык всех. Бегает за коровой. Ну что, получится у тебя или нет? Ага. Ну вроде как стоит. А то выгнал с утра. Что ты, елки-палки, всех перебаламутила. На всех подняла. На всех коровах катается. Все, и на быка тоже прыгает. И корову, конечно, можно было покрыть и раньше. Но если покроешь раньше, она не будет прибавлять молока. Потому что нужно покрывать, чтобы месяца через три после того, как она отелилась. Вот сейчас я покажу, как они тут играются. Вот так вот она и кроется. Выйдут и начинают тут телячьи ласки. Вот такая противная, такая своенравная. Что такое у вас любопытство? Да у меня сторож покоя не дает. О, сейчас вот будет. Сейчас будет на быке кататься. Всех поднимет. Никому не даст покоя. Ой, и тебя тут любопытство.
Корова большая, а бык другой породы, помельче. И у него не получается. Все, и корова орет. Вот так вот она и будет ловить. Фу, успокойся! Корова черно-пестрой породы. Крупная. А бык наполовину айширский. И край пошел, значит, ростом в айшира. А так он половина красной степной. Поменьше рост. Ну, получится у тебя или не получится, сейчас посмотрим. Вот так они сейчас и будут полдня бегать друг за другом. Ладно, я буду коров поить и включать. Мне вода в сарае. Сейчас погода теплая. Выше 20. Минус 20. Стоять целый день на улице. Да вообще у меня будет содержание. Картина выгодная. Вот тут у них своя иерархия. Бочки с водой стоят под воду. Кто постарше, кто посильнее, тот раньше пьет. Молодняк он крутится, когда они напьются. Опять у них телячьи ласки. Гектор. Гектор. Мы стараемся делать так, чтобы коровы рано не покрывались, чтобы они зимой подоились хорошо. Потому что зимой молоко дорогое, а летом его много, и оно в цене сильно падает, особо никому не нужно. Но я то, что показал, у меня это не все. Тут, которые у характера, у кого слабенький. Все, в загоне стоит он. Но он не стоит, лежит. Ее гоняют, она лежит отдельно. Сейчас посмотрим, как молодняк ее. Всех перебаламут сейчас. Во! Тоже вторая пошла. Вы тут пьете или еще балуетесь? Я же поил вот сюда. Опять пить нужно? Пейте, пейте. Успокойся, тебе говорят. Вот видишь, корова гуляется, ничего не получается. Сейчас будет ходить, всех баламутит.
Пить не будете, сейчас выключу. Пейте, пейте, пейте. По осени у меня две коровы отелилось. Одна в октябре, в ноябре. Я сделаю в конце ссылочку, подсказку. Там будет видно, как она в поле телилась и как мы бегали, теленка искали. Ну, еще корову вместе с теленком искали. И вот сейчас у нас конец декабря, еще не покрылось. Эта корова на прогулке. Фу, успокойся. Эта корова на прогулке. Два дня они выгоняют. Вот я так кормлю. Руками ничего не даю. Успокойся. Кому контент мой понравился или понравится, не полените, зайдите, посмотрите, перестайте. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Канал называется Боженитты. О, вот что такое, а? Вот это похоже на долг. Вроде что-то есть. Иди попей, иди. Иди попей, Мэтт. Иди пей. Иди. Иди, я сейчас воду выключу. Ослабленным животом мороз нужно давать на леску, на стол подкармливать. Возьми теленок. Ничего, вырастет. Вот так вот у меня весь день проходит в заботах. Ты мясо ела? А? Ты ела мясо? Ладно, кому было интересно, подпишитесь на канал, оставляйте комментарии, спрашивайте, мы обязательно вам ответим. Что интересно, на разные темы. А у меня обед, пошел я обедать. До свидания.